Всем привет! Если вы очень любите омлет, но обычная версия вам уже приелась, сегодня я с вами поделюсь рецептом омлета суфле. Это очень вкусная вещь, и ее можно сделать как сладкой, так и не сладкой. Я сейчас сделала вариант с зеленью, у меня качество зелени будет укроп, можно использовать все что угодно. Ну а если вы захотите сладкую версию, то тогда вы просто делаете сладкий омлет, а уже перед подачей смазывать его каким-нибудь еще вареньем. Но об этом чуть позже. Для одной порции понадобится 2 яйца. И их нужно, собственно, разделить на желток и белок. И для начала мы взбиваем просто белок в очень крепкую, пышную массу. Вот такая масса у нас получается. И я засекла специальное время, у меня на это ушло ровно 2 минуты. Поэтому это недолгий процесс. Хоть и по названию это звучит как нечто сложное, с утра на завтрак вполне себе можно сделать. Итак, перекладываем пока что белок в сторону. И сейчас наступит время желтков. В эту же миску или чашу, где вы там взбивали, добавляем желток, точнее желтки, к ним 1 столовую ложку воды и немножко соли. Если вы хотите сладкий вариант, то тогда вы добавляете щепотку соли и 1 столовую ложку сахара. Но я вот один раз попробовала сделать не сладкий омлет, добавив туда щепотку соли и щепотку сахара, и получилось тоже очень вкусно. Желтки нам нужно сбить там буквально секунд 30 просто в хорошую объединенную массу, скажем так. Ну, вот, собственно, все, что у нас должно получиться с желтками. Теперь мы сюда добавляем зелень или любую другую начинку. Можно добавить нарезанную ветчину, сыр, томаты, чеснок, лук. Базилик, все что угодно. Если сладкую версию, то ничего не добавляйте, потому что для сладкой версии лучше добавить уже в самом-самом конце, когда омлет будет готов, просто сверху. Немножко взбиваю. И теперь нам нужно вернуть белки. Я сначала немножко ложкой смешаю, а потом миксером, чтобы все быстрее и лучше объединилось. До этого я все взбивала на самой максимальной мощности, а теперь я использую самую первую скорость, потому что мне сейчас не нужно взбивать, а нужно только слегка объединить. Собственно, масса готова. Теперь нам нужно хорошо разогреть сковороду и разогреть небольшое количество масла. Для этого рецепта понадобится жаропрочная сковорода, потому что нам нужно убрать это еще все под гриль. Так что сейчас мы разогреваем хорошо сковороду, добавляем совсем чуть-чуть масла и выливаем этот яичный омлет наш. И на 1 минуту буквально, чтобы там вот поджарилась корочка внизу. После чего убираем под гриль где-то на 2-2,5 минуты. Но может уйти и вообще минуты, все будет зависеть от диаметра и толщины. Смотрите, нужно, чтобы сверху получилась такая однородная, красивая, золотистая корочка, скажем так. Собственно,
завтра готов. Не пугайтесь, это свойство суфле практически сразу опадать, поэтому омлет начнет так сморщиваться, но при этом внутри он будет воздушный, такой пенный и очень классный. Если вы делали сладкую версию, то теперь можно, например, половинку или даже всю поверхность смазать каким-нибудь джемом, там, нутеллой даже можно, в принципе, и вот так вот свернуть конвертиком. И есть. А можно не сворачивать, можно смазать даже вот, ну, то же самое, какой-нибудь ореховый в шоколадной пасте, и сверху ягоды, например, это будет очень классный завтрак, на который, в принципе, вы потратите вместе с готовкой и подготовкой, ну, где-то минут 10, ну, максимум 15, это если совсем уж так сонно передвигаться по кухне. Ну, вот вам еще один рецепт для завтрака, приятного аппетита и до новых встреч!